4 июля. Немножко покажу, чем я сегодня занят. Сегодня сейчас уже вечер. Вышли на работу, на огород. И вкратце покажу, чем я занимаюсь. Посадили картошку, два сорта. Здесь у меня Аврора, сорт Авроры. И в этом году как-то неравномерно он выходит. Кусты. Здесь он видно, что кусты высокие, а там в середине как-то не такие, как хотелось бы. А здесь уже сорт вот на то, с той палки. Здесь посажен идеал. Идеал. И решили сегодня сорт Авроры окучивать. Вон какие ряды ровные. Ну и как будто равномерно все вышло. Окучиваем вот такой приспособой. Вдвоем. Один тащит, вот за это ручку держит, тащит. А второй человек держит за вторую ручку. И, короче, такие ряды в одну и другую сторону земля поднимается. А после этого мы уже укучиваем самодельными такими, ну, вот этой штучкой, короче. Подправляем, вот куда земля не дошла до кустов, скажем, вот эту землю еще приподнимаем. Если ряды, между рядами кусты вот широко посажены, и тот аппарат самодельный полностью землю не поднимает, и приходится дорабатывать самодельным ручным агрегатом, короче. Вот смотрите, ребята, сколько рябины в этом году. Очень много тоже рябины, как я смотрю. Ну да, вон. Все кусты в рябине. Думаю, будет урожай рябина. Кто охотник, таежный охотник, знает, для чего охотнику рябина. Этот черемуха. Ну, черемуха, в принципе, тоже есть. Немножко только. Вон кустики. И тоже пустоцветы. Вон, смотрите, какие получается черемуха. Ну, это не урожай. Это фиг знает, что получается. Природа как-то не дает. Это не плод. Это фиг знает, что. А вот черемуха. Это уже нормальные кустики. Как я вспотел. Смотрите, вещь. И когда работаешь из-под кустов картошки, мошки, очень много их. Тысячи штук. Аж все горит лицо. Вот так. И тут у нас цветет малина. Малина, думаю, тоже будет. Ну, скажем, ведрами не собираем, но для на зиму там несколько банок можно варенье сделать. Скажем, если литр варенья сделаем, и то хорошо. Вот так вот. Ну и жарище, тучи кругом, ветер стих, такая погода вообще. Жуть. А вот здесь куст этого, как сказать, как же он называется-то? Калина. Уже несколько лет, но он медленно как-то растет. И плод еще, может, бесплодный, я не знаю. Куст вроде и уже высокий, но урожая пока нету. Вот такие делишки. Ну вот, короче, немножко поснимал, чем я занят сегодня. Этот участок сейчас там пока ставим. Может, завтра, послезавтра. Вот здесь местами вообще пусто. Я не знаю, от чего. И вроде навоз раскидали. Удобрение все есть, а неравномерно выходит. Не знаю, почему. Вот так, ребята. Ну, все. Будем дальше работать. Надо уже
докончить эту работу, пока не сожрали мошка. Мошка не сожрала нас. Все, в общем, давай, всем пока.